Всем привет, с вами я, Жура, и это мое новое видео по Чикинган. Очень давно мне захотелось снять новую рубрику «Что если в Чикинган?», но руки так и не доходили. Ну и сегодня я так и решился снять эту рубрику, поэтому сегодня будет очень интересно, но перед началом ставь лайк, подписывайся на канал, ну а мы начинаем. Недавно мне стало интересно, что если и вправду попробовать сделать яичный апокалипсис в Чикингане. Как вы помните, недавно у меня выходил видос задания от подписчиков, где я пытался сделать яичный апокалипсис. И там у меня что-то типа получилось, но яиц там было мало. Ну и сейчас мне стало интересно, что если сделать хотя бы яичный апокалипсис из яиц 100, например. Поэтому сейчас мы это и попробуем. Я взлетаю повыше, чтобы они забирались на друг друга и пытались меня убить. Поэтому забираемся максимально высоко, берем подходящую пушку, ну а мы начинаем. На монтаже я буду примонтаживать сбоку, сколько яиц я заспавнил. И последнее яйцо. Только что это было последнее яйцо. Наверное, я уже сбился, пока считал, пока ломал эти яйца, но, честно говоря, лагает еще хуже, как в прошлый раз. Прям, ну, ой, капец, как все лагает. Давайте спустимся и посмотрим, что произошло. Ё-моё, сколько их здесь? Офигеть, блин, они как-то... Что-то их как-то мало, знаете? Ну-ка, как они быстро меня убьют? Ну, очень быстро, короче. У меня, кстати, очень жестко нагрелся телефон, и он капец горячий. Все, это последние 9 яиц, и вот, посмотрите, сколько их. Ну, думаю, что 100 яиц я точно заспавнил, и поэтому мы можем идти дальше. Офигеть! У меня сейчас так жестко лагать начало! Ё-моё! Нет! Еще мне очень сильно стало интересно, что будет, если сразить Cartoon Cat и Хагиваги. Сиреноголового и Хагиваги у нас не получилось, это было очень давно. Я уже на карте, поэтому нужно попасть быстренько к Хагиваги. Интересно, когда-то разраб сделает возможность, что можно спавнить Хагиваги или Сиреноголового? Сделал, дурень. Так, ладно, спускаемся, берем мобов и ждем, когда Хагиваги придет. Он где-то уже идти должен, поэтому мы спавним Cartoon Cat. И что? И что? Смотрите, вот они встретились. Вот они встретились. Ну, почему они? И мы их там двоих оставили. Давайте приедем, посмотрим, что там произошло. Да, короче, ничего не произошло, они не дерутся. Это очень жалко. Они просто вдвоем ходят и убивают меня. Если бы там был Сиреноголовый, я бы вообще с ума сошел. Что будет, если сделать самый большой взрыв в Чикингане? Да, как вы знаете, в Чикингане есть несколько взрывных элементов, то есть мина, и термоядерная, конечно же. Где-то была обычная мина, только вот не могу ее найти. Обычная мина. И вот такая красная бочка. Эти три предмета взрываются. Ну, еще есть моб вот такой вот, который тоже взрывается, если его, конечно же, убить. Ну, что же будет, если заспавнить кучу мин, кучу термоядерных мин и взорвать их всех? Сейчас мы это проверим, поэтому погнали. Я уже не знаю, сколько мин заспавнил. Я уже, честно, тут плавлюсь. Мне так жарко, ё-моё. Телефон очень горячий. Опять. Предлагаю посидеть так, поспавнить еще минутки 3.
И уже можем попробовать взрывать это все. Ё-моё, сколько... Нет! Ну нет! Дура! Просто позор! Нет, у меня ЧГ вылетел. Опять, еще раз по новой. Разраб дубина. Фух, я опять сидел несколько минут. И у меня получилось вот столько вот. А такая вот горсть. Давайте быстрее зайдем уже в эту огромную стопку мин, чтобы у меня опять не вылетело. Поэтому на счет три мы заходим. Раз, два, три. О, завис экран на секунду. Только пыли были, ну вы видели. Я хочу вот еще раз вам показать. Ну ладно, так уж и быть. Еще раз. Еще раз. И давайте еще раз. Получается самый большой взрыв в Чикенгане. Конечно же, можно сделать больше. Я когда-то сделаю еще больше. Ну а мы идем дальше. Слава богу, у меня не вылетело. Так, стоп. Фух. Да, ну что ж, вот видео подошло к концу. Очень сильно надеюсь, что оно тебе понравится, и ты поставишь свой лайк и подпишешься на этот канал. Не забывайте, что у меня есть телеграм-канал по ссылке в описании. С вами был я, Жура, всем удачи и всем пока!